выиграли 6-0, попытались выполнить установки тренера, играли в пас. Сначала я играла в дворовых командах, как «Сокол». Потом я узнала о женской команде, перешла в женскую команду «Шор-11». И потом эта команда «Шор-11» переименовалась в «Академию Крылья Советов». Я выбрала футбол, потому что мне нравится процесс игры. Советую не сомневаться девочкам играть в футбол, потому что футбол – это классно. Для Российского футбольного союза проведение Кубка Егоровой в этом году было стратегической задачей, потому что в этом году в турнире принимали участие лучшие футбольные команды по итогам 2021 года UFL «Девушки». Это игровая практика для молодого поколения перед началом этого сезона. Футбол – это жизнь, это увлечение, ну и без него как-то не очень скучно. Можете не переживать, вы выберете правильный путь, если пойдете на футбол. Мне очень нравится этим заниматься. Это вообще незабываемый матч у нас будет. Мы очень рады, мы очень довольны, что в этом турнире смогли как-то внести свое имя и свой клуб в историю. Все очень нервничали, но мы как-то хотели это успокоиться, вот, и просто хладнокровно сделать свое дело. Хочу дальше продолжать, в Суперлиге заиграть и просто как-то связать жизнь с этим клубом. Всем спасибо, огромное спасибо Наталье Витальевне, это мой первый тренер, это благодаря ей я вот сегодня лучший нападающий. Просто всем тренерам спасибо огромное и начинающим игрокам удачи. Футбол – это жизнь, это вот мое сердечко.